Пушкинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Ромашкина Олега, обвиняемого в совершении убийства, умышленного причинения смерти другому человеку. По версии следствия, Ромашкин, находясь в квартире в компании родственников и друзей, с 1 по 3 января текущего года употреблял алкоголь. В ходе возникшей ссоры умышленно ножом нанес удар в грудь потерпевшего, повредив при этом сердце. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Расследование производилось следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области. Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Уголовное дело находится в производстве Пушкинского городского суда. Государственное обвинение поддерживает представитель Пушкинской городской прокуратуры.